Style in the Mix. Может, не будешь снимать? Не будешь выебываться? А может, вы не будете нецензурно выражаться? Как вас зовут? Альфред меня зовут. Меня зовут Ислам. Ислам. Ну посмотри на него. Что, издеваешься, что ли? А что случилось? Улыбку у тебя ебанут. Ислам, объясни, человек. Сейчас приедут оттуда, ребят, заберут тебя в отделение, напишут заявление. По поводу. Вот так стоишь за то, что улыбаешься. А я у себя на работе. Я сейчас объясняю. Есть два варианта развития событий. Давай. Либо вы вот отсюда и заканчивая концом, убираете все вообще. Наполовину. Не, вообще, чтобы их видно даже не было. Да. Они не должны на дороге стоять, да? Либо я их увожу сам. Я их положу в багажник и увезу. Раз ты так решил, я все убираю. Хорошо. Я у вас телефон беру. Да. Возьми палки все. Убери вот так и сделай. После. Вечер добрый, федеральный проект Stop Pump. Вы стоите на пересечении трех тактильных плит на тротуаре под знаком. Ну. Что, ну? Тут нельзя стоять. Перепаркуйтесь, пожалуйста. Так, да. Так нету, не проблема. Ну отъезжайте. Как так? Мы вас попросили. Могли бы ли вы убрать свою машину? Сука, блядь. А что на меня все люди смотрят? Люди смотрят, потому что вы встали вон. Затрудняет передвижение. Мы пока общаемся, мы не хотим клеить. Они не могут пройти из-за вас. Какие документы? Вы сотрудник? Я вряд ли. Нет, давайте так вопрос посмотрим. Вы уберете или нет? Нет души. Вот так вот. Вы не отъехали. Не надо клеить. Подожди секундочку, секундочку. Вы отъехали? Я отъеду. Сейчас. Клеить. Клеить. Надо клеить! Так все, вот, надо было отъехать. Если вам не сложно, вы могли бы буквально на 30 сантиметров отъехать? Спасибо большое за внимание. Добрый день, федеральный проект Stop Pump. Я хотел уехать. Не, можно просто немножко съехать, чтобы людям не проходить. Просто видите, здесь не пройдешь. Спасибо за понимание. Вечер добрый, федеральный проект Stop Pump. А, вы стоите вторым рядом. 5 минут. Давай, сейчас 41, 44 мы подойдем. Вам даже 2 минуты дали форы. На втором ряду вы стоите и ждете. Да где угодно, нельзя вторым рядом стоять. Вы знаете? Вы же прекрасно знаете лучше меня. Вы же в такси работаете. Что слышал? Не легче было отъехать? Нахуй пошел. Максимум, что я могу сделать, это попросить вежливо наклеить наклейку. Я даже две наклею. Тихо, подожди.
Может, не будешь будет? Снимать? Не будешь выебываться? А может, вы не будете нецензурно выражаться? И как вас зовут? Альфред меня зовут. Меня зовут Ислам. Ислам. Ну посмотри на него. Что, издеваешься, что ли? А что случилось? Улыбку у тебя ебанут. Ислам, объясни человеку. Сейчас приедут оттуда, ребят, заберут тебя в отделение, напишут заявление. По поводу вот так стоишь за то, что улыбаешься. А я у себя на работе. Я что-то объясняю. Есть два варианта развития событий. Давай. Либо вы вот отсюда и заканчивая концом, убираете все вообще. Наполовину. Нет, вообще, чтобы их видно даже не было. Да. Они не должны на дороге стоять, да? Либо я их увожу сам. Я их положу в багажник и увезу. Раз ты так решил, я все убираю. Хорошо. Я у вас